Всем большой привет, отправляемся в город Солигорск, стадион «Шахтер», где за счет этого игра должна смотреться чуть поживее и должна по логике быть побыстрее. Ходить мяч должен, но как оно будет, узнаем. Ну что ж, все составы играющих сегодня команд, и начнем по традиции с гостей. Михаил Казакевич, это голкипер, 16 номер у Брестского «Динамо», дальше полевые Максим Косарап, 5-й, Александр Свирепа, 7-й, Эдгар Олегнович под 23-м, Егор Корцов, 24-й. Артем Турич, 27-й, Ярослав Орешкевич, 29-й, капитан команды Артем Рахманов под 33-м номером, Михаил Гордячук, 62-й, Герман Барковский, 63-й и тренер гостей. Состав «Шахтера», ваше внимание, Сергей Черник, он сегодня с капитанской повязкой на рукаве, 32-й номер, голкипер солигорского «Шахтера», дальше по полевым, 10-й, Валон Ахмеди, Денис Гружевский, 12-й, Владислав Кабышев, 17-й, Никита Паранок, 22-й, Максим Ковалевич, и Денис Ковалевич, это не братья, просто на Решкевич. Проникающий, хороший передач по бровке. Свирепо должен сохранить мяч в пределах газона. Подача на дальнюю штангу. И, пожалуйста, первый звоночек уже на 30-й секунде. Ворот Сергея Черника. Хорошая подача от Свирепы. Единственное, чего не хватило Гордячуку, наверное, пас между линиями. Не успел Зиньков передачу прочитать. Копленко 1-1 против Олегновича. Подача на дальнюю. 0-1, будьте любезны. «Шахтер» проигрывает. Хорошая передача на капитана от Олегновича. И Артем Рахманов открывает счет в нашем поединке. Не сказать, что это дает голову и по итогу открывает счет в нашем поединке. Еще раз смотрим Олегнович. Его подача на дальнюю стойку ворот. И Марцинкевич здесь тоже проспал. Ну вот смотрел там и записывал, какой же номер ему забивает. Но здесь не Гружевский скорее провалился, да. Но вот Янковский не успел заблокировать эту подачу. И по итогу Марцинкевич не доиграл в этом эпизоде. И все это приводит к тому, что «Шахтера» придется догонять. 0-1, кстати, первый мяч, который пропускает команда из вчера. Хоккейный Брест еще и выбил Горняков из регулярного чемпионата, точнее, из плей-офф чемпионата Беларуси. 0-2. Не было ни игры. Я почему-то по реакции футболистов «Шахтера» тоже поверил на долю секунды, что это не гол, но по итогу 0-2 в пользу Брестского «Динамо». Подставление от Барковского. О, какое раздражительное празднование для тех, кто играет на PlayStation и в EA Football. То я прекрасно думаю, что... Точнее, прекрасно понимаю, про что Герман Барковский это празднование показывает. Но здесь разбираться. Ярослав Орешкевич. Нет, ну с этого повтора мы точно не разберемся. Ну, непонятно, да, вот с этой камерой еще задержался. Возможно, Гружевский там приклеился к лицевой и создал глубину, из которой Барковский, вот, ну, понятно, что Бресту уже спешить особо некуда. Гордячук и вновь через правый фланг атакует Брестское «Динамо», 0-3. А это 0-3. Ну что, тушите свет, и можно давать финальный свисток, наверное, «Шахтер» сегодня проиграл. Ну, по крайней мере, к 19-й минуте. Это можно констатировать. Катастрофы в обороне, катастрофы. Бегом сразу как раз таки акцентируют на этом внимание. Ну вот смотрите, да, опять проходит передача. Орешкевич на дальнюю стойку ворот. Баранок не успевает. И это Егор Корцов. 0-3. 19 минут позади. И кто-то у «Шахтера» пошел разминаться. Ну, я подозреваю, да, что Гружевский первый кандидат на то, чтобы отправляться отдыхать. Давайте посмотрим с этого положения. Ну и да, здесь мало того, что Гружевский не успел, так еще и глубину создал. Ну и классная передача от Орешкевича. 0-3, и в Солигорске грустно. Не только в футболке сыграл, но здесь Гружевский на перехвате. Или скорее сказать, на подборе, потому что больше никого не было. Гружевский в штрафную. Ну и попытка здесь первая, наверное, вот «Шахтера» такая. Ну не первая, да, был момент еще у Ковалевича, то еще при счете, по-моему, 0-2. Буквально сразу после второго пропущенного мяча. Но это Солигорск. А вот Чаку как раз-таки это история про то, что он из Академии, но Солигорска. А здесь Орешкевич я хвалил, говорил, что в сборную тура может попасть. Но, видимо, так, голову... Ну вот и замена. Готовится как раз-таки в составе солигорского «Шахтера», но с этой позиции не разберешь. А у нас 0-4. 0-4. Замена сработала у Бразевича. Ну вот, пожалуйста, да, вот это как раз-таки про мои слова. Про то, что скорее четвертый «Шахтер» пропустит, нежели счет сравняет. И сразу, буквально через минуту после этого, Джасфат делает счет 0-4 на 80-й минуте. Это, ну, похоже на Турича.
Вот падение от Турича, вот уже концовка эпизода. Барковский, ну там подтолкнул спину в этом эпизоде Янковский своего визави. Ну, такое падение было, конечно, не на пенальти, но в целом какая уже разница. Разница, если центральные защитники против них тяжело бороться. Ну и Ковалевич, я уже говорил, потому что он не обладает такой параметрией. Пока Свириденко здесь бьет по воротам и кому-то там пихает, не очень понимаю, на кого там орет. Свириденко Денис исполнит стандарт неплохо, Ковалевич бьет, но это так, знаете, как лучшему другу. Бурака нашел, ну и Лувацевич уже готов давать финальный свисток. Ну и все на этом. Солигорский Шахтер терпит сокрушительное поражение от Брестского Динамо. 0-4. Команда из Солигорска терпит поражение. Брестская Динамо громит команду Суворова. Бразевич сегодня выходит абсолютно победителем.